балы в Котласе давно в моде. Уже в 15-й раз школьники города смогли окунуться в прошлое, на себе прочувствовать правила настоящего светского торжества. В этом году 15-й бал при главе городского округа Котлас. Приглашаются из учреждения образования лучшие из лучших. Приглашаются представители волонтерских объединений, общественных объединений нашего городского округа Котлас. Юноши надели строгие костюмы, девушки платья в пол. Каждая юная красавица сегодня немножко Наташа Ростова. Прелестная и трогательная. С таким же волнением, как книжная героиня, девчонки готовились к молодежному балу при главе города. Подготовка шла достаточно быстро, платье нашли тоже быстро. Прическу заплетала мне мама. Это мой первый бал. Я очень волнуюсь, я переживаю что-то забыть, но надеюсь, что все будет хорошо, я справлюсь. Никаких современных па. Сегодня на танцполе полонез, полька, подыграс, падетруа и сразу два вальса – венский и испанский. Пары вышагивают, как умеют, ведь для разучивания старинных танцев у ребят было всего несколько репетиций. Было всего лишь 3 репетиции, 6 танцев. Я считаю, что это вообще кошмар. У меня, наверное, все из головы вылетит. Ну ладно, все равно как-нибудь подстроюсь. В этом году на бал пригласили более 120 школьников и студентов. Многие пришли парами. Мы вместе с Ариной в паре будем танцевать вальс на школьном балу. Мы выпускники в этом году, и у нас есть достаточное количество навыков, поэтому, я думаю, нас и предложили. Я на самом деле спортсмен. Мне сказали, что нужен высокий, красивый мальчик, и я вот сюда пришел. Еще я умный. Отдельно на балу были отмечены ребята, которые своими победами в соревнованиях и конкурсах прославляют Котлас на федеральном уровне. В первую очередь, это возможность собрать детей, отличившихся города, для того, чтобы они могли пообщаться, для того, чтобы они почувствовали внимание, возможно, приобрели новые знания в плане танцев, да, общения со сверстниками. И, безусловно, в общем, это создает очень позитивную атмосферу. Этим балом молодежь Котласа подвела итоги 2023 года наставника и дала старт нынешнему году семьи. На торжество были приглашены активные многодетные семьи. У Михаила и Натальи Малковых 4 детей, и именно их 7-месячная дочка Вика стала самой юной участницей бала за всю его историю. Как истинная леди, малышка тоже нарядилась в кружевное платье. Мы в центре поддержки молодой семьи, активные участники мероприятий. Нас пригласили на бал. Научиться танцевать, создавать романтический образ, а может и найти свою вторую половинку. Каким бы ни было время, цели на балу всегда одинаковы. А королем и королевой стали Илья Акуличев и Арина Черепанова из 91-й школы.